Мазурия. Польша. В последние десятилетия восточный сосед Германии пережил невероятный подъем, несмотря на то, что эта страна все еще борется со своим социалистическим прошлым. Страна, которая до сих пор пробуждает у пожилых людей красивые воспоминания об их детстве. Аллеи, деревенская идиллия и медленно движущиеся телеги. Однако некоторые воспоминания все еще бередят многим людям их старые раны. Тем не менее, тот, кто первый раз едет в Польшу, должен освободить себя от старых и новых предрассудков. Предрассудки мешают увидеть явные изменения в стране. Польша — страна, обладающая магической, необъяснимой привлекательностью, которая никого не оставит равнодушным. Тот, кто едет в Мазурию, землю тысячи озер, на собственной машине, тому нужно преодолеть расстояние, равное примерно 600 километров. Однако это лучше, чем стоять во дворе. Мазурия — озерная плата, расположенная в северо-восточной части Польши, но не является при этом ее территориальной административной единицей. Это всего лишь название ландшафта. На протяжении столетий в Мазурии правили различные властители. На протяжении истории здесь правили татары, ордена рыцарей, шведы, русские, пруссаки. В конечном итоге Мазурия стала частью Германской империи. И все оставили здесь свой след. Однако жители Мазурии не чувствуют себя настолько ограниченными, как остальные поляки. Мазурия — зеленые легкие Польши. Уже в конце прошлого века правители объявили Мазурию зоной отдыха. И сегодня многие поляки, а еще больше немцы, проводят свой отпуск здесь, вокруг Мазурских озер. Неважно, с какой стороны приезжают туристы, с востока, с запада, с севера или юга, все дороги в Мазурии проходят через старый ганзейский город Торн, называемым сегодня Турун. Уже в 1233 году маленькое средневековое поселение на реке Вайксель получило статус города. С 1280 года город был членом Ганзейского союза и принадлежал ордену немецких рыцарей. Важнейшие торговые пути сходились здесь. Именно они принесли в город благосостояние. Торн практически не пострадал во Второй мировой войне, но в последние 40 лет разрушительные действия времени все-таки дало о себе знать. И в последнее время началась реставрация старых зданий. Торн до сих пор пронизан атмосферой, царившей здесь во времена Ганзейского союза. Средневековый образ города с его узкими улочками, башнями и воротами остался практически неизменным. Старый защитный бастион, покосившаяся башня — одна из визитных карточек города. Торн является современным городом. На торговых улицах уже давно укоренился настоящий люкс. На оживленных улицах и тихих маленьких площадях, расположенных в тени средневековых зданий, находится множество уличных кафе, в которых можно спокойно посидеть после активной прогулки по городу. Торн — часто посещаемый город, и здесь нередко пересекаются туристические группы из Германии. Ратуша является одним из самых больших и импозантных строений Польши и свидетельствует о гражданской гордости ее создателя. Самым известным сыном города является исследователь и астроном Николай Коперник. Он родился здесь в 1471 году, а потом в 1491 году переехал в Краков.
Множество ресторанчиков расположено здесь, на улицах, ведущих к воротам на Вайксель. Здесь, недалеко от реки, располагаются склады, которые на протяжении столетий использовались богатыми горожанами в качестве хранилища их товаров, что свидетельствует о былом благополучии ганзийского города. В старой части города на Вайкселе, в переулках, вымощенных булыжником вдоль городских стен, кажется, что время замерло. Среди этих стен в 1411 году был подписан мирный договор между Польшей и Германским рыцарским орденом. К средним векам также относится церковь Святого Якуба, строительство которой начали еще ордена рыцарей в середине XIII века. Многие годы к сакральному сооружению относились с пренебрежением, но в конечном итоге была начата полная реставрация, которая будет длиться еще некоторое время. От прежней крепости рыцарского ордена на окраине старого города, одного из ранних укреплений, практически ничего не осталось. После того, как поляки и их союзники изгнали рыцарей из города, жители Торна разрушили крепость в 1454 году. На том месте, где раньше проводились рыцарские турниры, сегодня соревнуются мальчишки в стрельбе из лука. Остеруде является западным центром Мазурии, куда часто совершаются экскурсии. Множество речушек и каналов связывают большие и малые озера между собой. Здесь предлагаются невероятные речные прогулки. Одним из самых интересных маршрутов является поездка на речном пароме из Остеруде по старой верхней части канала. Эта водная дорога длиной 127 километров является одной из самых длинных во всей Европе и может похвастаться уникальными техническими приспособлениями. На протяжении всей поездки речные суда должны преодолеть перепад воды, равный 100 метрам. Вместо системы шлюзов поляки решили проблему гениальным образом. Корабли поднимаются на рулежные платформы. Сначала они едут на собственной тяге, как в сухом доке, и поднимаются на рельсовую телегу. Затем их вытаскивают из воды. Так, при помощи пяти рулежных платформ, корабли перетаскиваются с канала на канал, лежащий в 25 метрах выше или ниже предыдущего. При этом преодолевается путь, равный приблизительно 10 километрам. Здесь корабль вновь опускается на воду. Платформа, на которой находится корабль, соединена длинным канатом с большим поворачивающимся блоком и бакеном на противоположной стороне, так что корабль встречается с платформой на половине пути. И хотя необходимо перемещать тонны металла, здесь используется только сила воды. Весь этот шедевр инженерной мысли 1860 года приводится в движение при помощи элеватора, который используется для создания тяговой силы между верхним и нижним краем канала. Для тех, кто совершает однодневную экскурсию, путешествие заканчивается уже в конце первого переезда на платформе, в тот момент, когда корабль спускается на воду. Далее туристы отправляются на автобусе обратно в Остеруде. В восточном направлении располагается столица Мазурийского озерного плата Ольцдин, с немецкого «Все камень». Уже издали видна крепость эрмлинских епископов. Начало строительства комплекса датируется 1384 годом, год, в который для всех мазуриан была основана новая орденская крепость. Коперник работал здесь некоторое время в качестве администратора соборного капитула и создавал основу для своего первого произведения.